Вода – источник жизни, и у нее, оказывается, имеется свой праздник в календаре. Всемирный день охраны водных ресурсов отмечается 22 марта. К нему приурочили цикл уроков для школьников, который проводится в Музее воды. На первом занятии в эколого-информационном центре «Челны водоканала» побывала и Алина Миндубаева. Когда мы закончим перемешивание, у нас пойдет работа сумников. То есть хлопья начнут осаждаться. Вода – это жизнь. По таким названиям проходит недельный цикл урока воды для старшеклассников. Здесь молодому поколению объясняют, насколько важен этот природный ресурс и как о нем заботиться. После чего дети в письменной форме пообещали не загрязнять и беречь реки и водоемы. Курсы экологического ликбеза для юных челнинцев на самом деле не ноу-хау. В том или ином они проводятся на базе «Челны водоканал» с 2005 года. Но новая программа, запущенная сегодня, значительно отличается. Для школьников подготовили презентацию, показали фильм «Планета воды» и живые опыты водой. Уроки неизменно вызывают большой интерес среди слушателей. И с каждым годом, даже с каждым месяцем, наверное, количество заявок на проведение уроков воды у нас возрастает. Кстати, оставить заявку на проведение подобных уроков для своих воспитанников может любое учебное заведение города. Сегодня, по случаю прошедшего праздника, ребят прибыл поприветствовать генеральный директор предприятия. Я хотел бы им сказать о том, что, чтобы они берегли воду, что вода, наши реки, озера должны остаться чистыми и, может быть, даже еще более чистыми стать, чем сегодня они, для того, чтобы наши будущие поколения могли пользоваться нашими природными ресурсами. Помимо просвещения, организаторы уроков преследуют и другую цель – формирование кадрового резерва – тех, кто придет на смену нынешним работникам водоканала. Поэтому на этих лекциях внимание уделят и рассказам о профессии. Алина Миндубаева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.